Сегодня 15 декабря 2023 год. Это Приморский район, улица Уточкина. За моей спиной, еще чуть левее, будет станция метро Комендантский проспект. 6:00 вечера. Там будет за этим домом озеро Долгое. Вот тут предновогоднее настроение пытаются создать иллюзионисты. Надо мне доехать с этой остановки до станции метро Пионерская. Ибо если я на Комендантский пройду, ну, в принципе, это в пешей доступности, то мне надо будет дольше ехать. А на Пионерской сразу по синей ветке. Так, Артура, да, удельный, озерки удельные, 85-й маршрут. Тут недалеко находится улица Ильюшина. Она там, вот за этими домами. Вон туда. А это проспект Королёва. Потеплело. До этого несколько дней морозы стояли.